Это сказал Иван Юрич, это Маурицио Сарри, тренер Ювентуса. Состав Вероны. Иван Юрич, 28-й Мерик Демирал, 12-й Александро, 8-й Арон Рэмзи, 30-й Родрис. Основы системы, и так он будет работать. Федерико Лапенна, главный арбитр. Будем о них говорить по ходу этой встречи, естественно. Криштиан, не самый статусный и сложный график на следующей неделе, и матч будет, начнется. Центральные защитники. И ошибается с мячом Паоло Дибала. Выходит уже к бровке Иван Юрич. Ну а без мяча уже он должен. Квадрадо. Его запрессинговали здесь Вероны. Разыграют. И после этого будет подача. И ошибаются защитники. Но для Ювентуса. Верона. А вместо него появился Бентанкурн. И вот атака Ювентуса. Удар не получается у Квадрадо. Квадрадо, я напомню, забил первый мяч воротам мадридского. Проход по правому флангу. Фараони. Знает, с кем он имеет дело. Возвращается. Он очень быстро себе возвращает мяч. Хотя некоторые атаки Вероны все-таки были доведены до ума. Квадрадо один в один. Он может переиграть. Но забегает Дибала. Дибала мяч Вивенс. Это Пьянич. А вот кто же вместо Пьянича? Получается Бентанкур. Расстрел. С Манчестер Сити. Он на Канселу. И Данила забил. Потолкали здесь немного. И Данило. Он будет бить. Переучивать некоторых игроков. Например, Бернардески превращает в полузащитника. Дибала. Прорабатывает Дибала. Мяч забрал Квадрадо. Рэмзи. И вот сейчас Рэмзи. За киевское Динамо. Ну и в Генуе тоже. Удар наносит Криштиану Роналду. Это уже опаснее. Это уже плотнее. У Криштиану пока в чемпионате всего ничего. Забито всего один мяч. Данила. Умную передачу ему отдавал Арон Рэмзи. Но так получилось. Не сложилось очень уж ярко после этих молодежи. Атакует Ювентус. И пам, он упал сам. Амрабат. Передача в штрафную. А здесь будет пенальти. Вот, пожалуйста. А здесь нарушение. И Федерико Лапенна показывает на точку. Заработал Ди Кармине. Передача Амрабата. Посмотрел в одну сторону, отдал в другую. В Италии умеет гипнотизировать пенальтистов. Ди Кармине бьет, штанга. Удар, перекладина. Что происходит? Прессинговать пытается Ювентус. Ювентус ищет пространство. Роналду обыгрался с Рэмзи. Рэмзи отдает мяч Дибале. Фараони на фланг. Сразу открывается подача. Квадрадо отдает Криштиану. Криштиану с мячом, падает Роналду. Ну, он поднимает руки, он показывает, что против него правила нарушает. И Верона. Игроков. Подача в штрафную. И угловой будет. Нет, затолкали Джанлуиджи Буффона, и поэтому углового не случится. Ну и мяч у Буффона в руках. Вертикальные передачи не проходят у Ювентуса. Амрабат забирает, делает им. Лука Тони и Федерико Вивиани тогда забили. А за Ювентус до удара дело не доходит. Выносит мяч уже Демирал. И удар, и мяч в ворота. Удар Велозу. Гол забивает Верона. Посмотрите. И это Мигель вообще Велозу. Был ни при чем. Он не вытащил ни одного удара. Два раза в каркас. И серия в этом сезоне. Все социальные сети. Вот этот эпизод. И удар по кладину. И уже пошла даже не в сезоне. Они не забивают капитан Вероны. И какая добивание, перекладину. И уже пошла даже не вторая, а третья волна атаки. Левым флангом проходит Криштиану. Бьет Криштиану мимо ворот. Его будут упрекать болельщики многие, я думаю, за то, что он пробил. То, что он часто его организовал. Спинацолу в Рому. И вот
Сейчас их двое. Данило. Перевод получ. Ну а подавать будет Дибала. Побивают защитники. Подача. Мы знаем его как человека, который интересуется. Счет Валерио Верре. Подача в штрафную. Бонуччи пропускает на Алекса Сандро. И дальше Ювентус атакует. Криштиану Роналду разворачивается. Сам, видимо, пробьет. Удар Криштиану. И вот заброс. Пошел на Дибалу. Пенальти, как не рассмотреть. Криштиану рефлекторно не было разводит положение вне игры. Дибалу, так, если Криштиану рефлекторно разводит. Рахмани до сих пор за балканский клуб выступал. И мяч влетает в ворота. И забивает Рэмзи. Рэмзи. Первый гол в Италии. Арона с рикошетом на 31-й минуте это произошло. И мы еще раз это увидим на повторе. Все-таки получил он свою передачу в штрафную. Ди Кармине под удар. Дальнюю команду для этого перешли. Тоже есть опции определенные в запасе. И, например, там уже ведутся переговоры, но очень много сложностей. Играет пятками, раздает передачи. А как хорош здесь Данило. Посмотрите. И оборонительная. Гасперини тренирует сейчас Аталанту. В такой команде звезд. Каждый будет бороться за свое место в составе. И только один человек знает. Криштиану. Уникающая передача. Матюиди в штрафной. Отдохнем вместе с командами. И потом вернемся на стадион в Турине. С вами Сари принял. Верона. Комбинационная игра. Проникает мощного пенальти. Криштиану бьет и забивает. 2-1. Ювентус выходит вперед. И делает это на первых минутах второго тайма. Самое удачное начало, которое только можно было придумать. На трибунах. Родные и близкие Криштиану. Вот не видно сейчас Криштиану Джуниора. Был он перед матчем его пока. Но не похоже Верона на Парму. Атакует Квадрадо. И вот здесь уже нет выбора абсолютно никакого Федерико Лапене. Он показывает на точку, он все видел. Курай Гюнтер сегодня ему не везет. От него мяч отскочил, когда удар там получился. Велозу. Вот он-то и забил сегодня в первом тайме. В Рахмани. И сейчас атакует Верона. Потом составом закончим. Удар низом, рикошет. И будет угловой. Я успею закончить составами. Рахмани, Кумбула, Гюнтер. Это тройка защитников. Фараони поправ. И какой футбол они умели играть. Подача. Ждет мяча обратно Амрабат. Не получает его. И нарушение правил. Это снова Матиас заадаптироваться к этим условиям. Не прошла передача. Преимущество у Вероны. И может еще сохраниться. Набегает Закани. Падает. Свисток судьи. По-моему, не в пользу Вероны. Дает передачу на Дибалу. Забегает Рэмзи. Пас на него. Криштиану бьет. Мяч попадает в защитника. Да, будет угловой. Но как же здорово Рэмзи. Как же он здорово взаимодействует. В прошлом сезоне в серии Б у него был большая часть карьеры уже позади. Подача. Выбивает мяч пятый номер Тамирали. В сезоне он как дядька уже при Тамирали и Деликте. Ой, какой момент. И Фараон. Ну что, пришла пора и Ювентусу показывать. Возвращает мяч Роналду. Просит мяч Рэмзи, Рэмзи. И удар. И это прострел получился. И атака продолжается. Криштиану. Низом Амрабат. Идет вперед. Передача под удар. Вело. Дает передачу вратарю. Перехватывает Бонуи. И он уже забивал в этом сезоне за свою новую команду. Он поставил Аталанта. В этом сезоне он большие надежды подавал еще в прошлом. Он наколотил 22 мяча и сделал 4 результативные передачи. Наблеза. Матюиди. Так и продолжается. Это от Велозу. Велозу навешивает. Скидка. И не допуска по большим клубам. Ездит Данил. Удар с дальней дистанции. Буфон.
Без него не обходится. В атаке попадает защитник.